монолитное перекрытие. Здесь 3,5 сантиметра шумоизоляция. 400 килограмм на квадратный метр было сложено материала спустя сутки после заливки стяжки. То есть она еще даже примерно не набрала ту прочность, которая будет в эксплуатации. И говорят, что это шумоизоляция для стен, что она сильно мягкая, для пола не подходит. Вот такой вот материал. Всем привет! Данное видео не является инструкцией к применению. Просто делюсь опытом, как выполняем шумоизоляцию на своих объектах мы. Кому интересно, все используемые материалы будут в описании. Приятного просмотра!
Итак, прошло 3 дня с момента заливки. Стяжка продолжает отдавать влагу. Вот здесь стояли вот эти пакеты полчаса. Я их убрал, и влага проявилась. То есть стяжка продолжает отдавать влагу. Но за 3 дня, несмотря на то, что стяжка залита на мягкий материал, никаких усадок, трещин, ничего нет. Наливной пол отличный материал, он армирован микрофиброй. Вот слышно барабанный звук, потому что под ним шумоизоляция. Вот для сравнения, здесь у нас выполнена шумоизоляция в коридоре, в ванной у нас шумоизоляция не выполнена, потому что будет нагружаться чугунной ванной. И вот можно оценить разницу в звуке. Здесь она упирается в монолитное перекрытие. Здесь 3,5 сантиметра шумоизоляция. Звук барабанный. Тем не менее, спустя сутки после заливки сюда была сложена пачка материала. Здесь 10 мешков гипсовой штукатурки, 2 мешка шпаклевки Витанитал R+. Вот. И здесь еще лежали несколько мешков наливного пола. То есть, грубо говоря, 400 килограмм на квадратный метр было сложено материала спустя сутки после заливки стяжки. То есть она еще даже примерно не набрала ту прочность, которая будет в эксплуатации. Вот. И ни малейшей трещинки, ни малейшей усадки от такого веса не появилось. То есть, когда она наберет полностью прочность,
будет держать любой вес расчетный вообще без проблем. Это к слову о том, что многие говорят, что это шумоизоляция для стен, что она сильно мягкая, для пола не подходит. С чем я совершенно не согласен, потому что нагрузка распределяется на всю площадь. Вот. И вот можно обратить внимание. То есть мы заливали в два этапа вот этот шов. Он вровень, но здесь первый заливка. И спустя два дня заливка здесь. Вот три дня уже простояла вторая заливка. Можете обратить внимание, ни микротрещин нету, ничего. Хотя как раз вот в первые 3-4 дня идет максимальная отдача влаги и максимальные усадки. Это не трещины, это просто разметка маркером была. Вот так вот. Вот такой вот материал хороший. По шумоизоляции пока не скажу, но разговоры соседей снизу за рабочий день уже не слышно. То есть раньше до заливки слышали неотчетливые слова, но разговор соседей слышали. Сейчас, может, соседи съехали, а может быть, шумоизоляция начала выполнять свою функцию.